Хороший сегодня денек, да, ребят? Может, пойдемте покупаемся? Пойдемте покупаемся в бассейне, а? Не, Фри! Чего-то не очень хочется! Да пойдемте, Чекусь! Пойдем покупаемся! Нет! У меня дела! Да какие дела? Смотрите, какая классная погода, солнце! Пойдемте! Фри, если честно, сегодня я не могу! Ну и ладно! А я пойду покупаюсь. Ну не хотите, как хотите. А я пойду покупаюсь. Такая погода классная. Чего они не хотят покупаться? Хотя бы позагорали. О, какая... Какая классная водичка. Все, Бонни, Фредди ушел. Пойдем быстрее. Чика, что-то я прям сейчас очкую. Да пойдем. Фредди не заметит! Быстренько сделаем это! И все! Ну пойдем! Прошечка, если Фредди узнает, что мы пошли, он мне башку открутит! Да не узнает он! Я ему не скажу! И ты ему не скажешь! Капец! Я боюсь! Да пойдем! Ну пойдем! Ну ты же обещал, Бонни! Конечно, обещал, если Фредди узнает, он же мне башку открутит. Я ему не скажу, и ты ему не скажешь. Пойдем, пойдем. Ладно, капец, попадем мы с тобой в переплет. Фредди, мне надо в магазин, я скоро приду. Странно, Чика не собиралась в магазин. Бонни, иди сюда. Нет, я сейчас не могу! Мне тоже надо срочно уйти! Куда это они собрались? Интересно. Ля, что они там задумали? А, вон они. Так, что они там говорят? А ну-ка, сейчас послушаем. Чика, капец, ладно, пойдем туда быстрее, чтобы Фредди не узнал. Да, то быстрее пойдем, чтобы он не увидел. Капец! Ля, капец! Что там происходит? Куда они собрались? Они меня обманывают! Чика и Бонни меня обманывают! Так, ладно. Хорошо. Я прослежу за ними, куда они намылились. Так, куда же они собрались? Так, интересно. Куда они собрались, так? Так, сейчас я прослежу за ними. Пойдем, Бонни! Пойдем, ты уже быстрее, пока Фредди не очухался. Капец, вот это согласился я. Пойдем, пойдем, быстрее. Куда мы-то идем? Куда? Да там, в соседнем доме. В соседнем доме все это сделаем, да. Капец, прям в соседнем доме сделаем. Да, пойдем быстрее, пока Фредди не очухался. Капец! Фредди узнает! Он мне башку оторвет! Да не оторвет! Побежали быстрее! Сделаем и все! Ага, сделаем! А если он узнает, что мы это сделали? Капец! Где? Вот здесь, да? Да, Бонни! Вон этот дом! Залезем туда и аккуратно сделаем! Капец! Зачем я только согласился с тобой, Чика? Пойдем, 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 Бонни! Да иду, я иду! Давай, перелазь! Так... Опа! Бонни, давай! Залезу, я лезу, лезу! Ух! Фрейли узнает! Он мне башку оторвет! Ах, они предатели! Ах, они предатели! Бонни и Чика! Капец! Нифига себе! Они меня обманули! Они меня обманули! Вместе куда-то побежали! Блин! Неужели Чика меня разлюбила? Еще и Бонни! Лучший друг! Ах, он предатель! Предалюга! Ну, сейчас я выясню, что они там задумали! Что они там задумали, предатели? Капец! Так... Ля! Перелезли через забор!
Что они там будут делать? Что они там собрались делать? Точно, меня Чика разлюбила. Она полюбила Бонни. Они там сейчас шуры-муры крутят. Ну ладно, сейчас я им бошки-то пооткручиваю. Сейчас я им шею-то намылю. Куда они полезли? Что они там задумали? Так, где они? А, наверное, побежали вокруг дома. Ух, сейчас я им намылю. Ну, сейчас они у меня получат, где они там спрятались. Что они там задумали? Так, а ну-ка, а ну-ка. А, вон они, голубки. Бонни, ну, пожалуйста, преврати меня в супергероя. Да Фредди не разрешает, он мне башку оторвет. Ну, пожалуйста, ну, здесь преврати, а потом придем, он увидит, ему понравится. Ну, ладно, так и быть, превращу эти супергероя, вот. Вечно я не могу отказать. Спасибо, Бонни, Фредди понравится. Ладно, ладно, так и быть. Блин, она что, хочет опять превратиться в супергероя? Я ж не разрешал. А я подумал, она меня разлюбила. Думал, и Бонни предатель. Ладно, раз хочет, ну пусть превращается в своего супергероя. Ладно, пойду домой, как будто я ничего не знаю. Посмотрим, в кого она превратится.